Всем привет, друзья! С вами вновь Dirtuer, вы на канале It's Lucky Time, и сегодня у нас серия GTA Online, посвященная рандомным раундам, состязаниям, так сказать. В общем-то, приятного просмотра и поехали! Ребят, у нас тут какая-то движуха, и мы походу... Я один против двоих. Налет, битва Maze Bank. Украдите документы из Maze Bank Tower. Ну что, ладно. Сейчас украдем. Жалко, что я один, конечно, и как-то ни разу в этот режим не играл. И вообще, что это значит, даже не знаю. Ну, надеюсь, мы их накажем. Так. Все. Я на позиции. И что, я на вертолете? Вы серьезно? Ладно. Погнали. На вертолете, так на вертолете. Так, у меня, по-моему, радио включено. Так, можно сразу? Да. Все, полетели. За документами. Ну, им вдвоем, им легче. О, у меня есть... О, у меня есть ракеты! Охрененно! Ладно. Так, на вертолетике я вроде более-менее уже научился летать. Ну, более или менее... Скорее, менее, чем более, но... Лучше, чем ничего. Так. Чё, ребята уже там, что ли? Или чё она мигает? Написали то, что если... Так, тихо. А чё, на крыше, что ли? В натуре. В натуре на крыше. Блин, опасно. Они сейчас сзади могут... Могут прилететь. Что, пулемет или ракеты? А, вот они. Воу! Вот это было близко. Так, тихо, уходим. От... Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, не нацелишься на меня. Ну давай, Так, тихо. Где мешок-то, елки-палки? Он здесь или нет? Давайте здесь встанем. У меня только пистолет, черт возьми. Где мешок-то? Где мешок? Кто в меня стрелял, интересно? Так, парашют у меня и так есть. Схватите мешок, говорит. Там уже полиция летит. Так, минус. А? Он же сейчас мой вертолет уничтожит. Все, улетел. Блин, где мешок, я не понимаю. А, вот он, елки-палки. Вот я дурак. Прям на вертолете встал на него. Все, погнали. Доставить мешок в точку сбора. Полетели. За нами копы, просто армия целая. Ай-яй-яй. Так, ну все идет. Неплохо. Блин, как я волнуюсь, черт возьми. Жесткий режим. Блин, ну, вчетвером бы было веселее на самом деле. Хотя противники у меня не сказать-то, что... Достойные, так что ладно уж. Так, куда лететь-то? Ничего не вижу. Так. А, на стадион, что ли? Да, походу, на стадион. Ладно, садимся. Садимся. Тихо. Тихо. Садимся. Так, есть. Чё, сейчас еще мешок? Ладно, полетели. Ну, 1-0. Нормально. Я, пожалуй, тут вырежу всякие моменты, чтобы не так долго было, а то вот этот полет до точки не интересен совсем. Так, друзья, тут противник захватил портфель. Сейчас я его буду наказывать. Да куда?
Бах! Давай! Да! И летим к мешку. Давай. Тормозим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, аккуратно. Тихо. Так, бежим за мешком. Там кто-то на меня ругается, но ничего, нормально пока. Полетел, быстро. Интересно, у них один вертолет или два? Летим домой. С портфелем. Ну, блин, я показываю просто идеальнейшую игру. Ну, конечно, не идеальнейшую. Но достойную, я бы сказал. Сейчас эти ребята как начнут преследовать меня. Я-то там не будет. Или не будет. Что-то я их не вижу. Ну и хорошо. Так, давай. Куда ты летишь-то? Это что было? Меня... Он прилетел сюда. Все. Потрачено, елки. Вот это жесть, друзья. Не удалась их миссия по спасению. Точнее, по вызволению пакетов документов у меня. Лалка. Это машина полицейская. Так. Ладно, летим за следующим пакетом. За мешком. Так, друзья, подлетаем. Подлетаем! Ёлки! У меня кто-то наводится. А, это походу боты. Ладно, тогда не переживаем. Садимся. Беги. Где он? Это полицейский, что ли? Да. Все, уходим отсюда. Уходи, быстро, взлетай. Видеокарта не ключ. О, да. А, на меня наводится ужасно. Блин, вертолет сзади, полицейский. А, он далеко. Ну ладно. Тогда пойдет. И что, и все? Где ребята-то? А, мы один на один с ним. Ну, блин, то так вообще жестко как-то. Полицейский, извини, попал под раздачу. Ох, вертолет не управляется совершенно. Подбитый. Оп, чувак, извини. Ща. Есть. Мешок доставлен. Тихо. Сейчас же вертолет раз... А! Тихо! Так, лучше выйти, я думаю. Иначе все будет плохо. Вертолет сломается. Фух, погнали. На базу. Ай-яй-яй! Что это было? Что это было, блин? Капец. Вот это бред. О, нормально, сразу в воздухе появился зачет. Так, друзья, подлетаем к последнему портфелю. И сейчас, я думаю... Тихо! Оха, выпрыгивай! Да куда ты? Ой, лалка! Что это было вообще? Капец. Дубль 2. Сейчас все будет в шоколаде. Тихо, аккуратно. Садимся. Отлично. И давайте, чтобы разнообразить серию, сделаем по-крутому. Типа мы такие забрали пакет и... Раз, два, три. Вау! Уи! О, да. Полицейские. Нет. А, мотоцикл, стой. Есть.
Беги, беги, беги! Хватит снимать рюкзак. Давай! Так, стикпоинт сработал. Все, погнали! Все, круто! Так, поворот. Блин, дождик, конечно. Само то, ездить на мотоцикле. Последний пакетик. О, да, друзья, победа! Ну, скажем так, победа легко далась, поэтому ничего удивительного. 20 кусков дали, вы прикиньте. Шикарно! Ладно, переходим к следующему состязанию. Ребят, сейчас какое-то будет у нас состязание случайное. В общем, голосовал я за гоночку. Ну, в плане на машинках, или на мотоциклах, или там. Но большинство проголосовало за случайное состязание, поэтому что сейчас будет, я вообще не имею представления. Ну, давайте, удивите меня. Ну, давай. Гонка по суше, промчитесь. А, ну, собственно, я за нее и голосовал. Нифига, вы посмотрите, сколько народу. Жесть какая. Ну, давай, 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 запускайся. Давай, давай, давай. Ага. Так, Блиста. Шняга, шняга. Так. Ну-ка. Да возьмем Блисту, я что-то как-то даже и не знаю. Пускай будет светло-синяя Блиста. Так, я готов к игре. Кто у нас есть у нас? Моднявый... Моднявый кореец. Так. Похож на лепрекона, на самом деле. Ну ладно. Так, без комментариев. О, модный чувак. Алкоголичка. Во, маска классная, кстати. Но похож на охранника в маске просто. Да. А почему я первый стартую? А, я не первый стартую. А, ошибочка вышла. Ладно. Погнали. Все бибикаем, давайте. Эй! Прямо. Do this, pussies! Замолчи, пожалуйста. У нас тут первого лица вид прикручен. Вот это, блин, вот это да. Тихо, чувак, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Yo, have some respect, you piece of shit! Твою мать! Сука! Вот его, блин, речь меня просто... Ой, завлекает! Чё ж творите-то? The desync is so real! Твою мать! Хм, погнали! Серьезно! Должны выиграть! Снова! Эй! Ох, как они высаживают! Тихо, 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 тихо. Так, ну пока идем, идем, неплохо. Неплохо. Coming for you. Shut up! Yo, get back, you pussy! Please don't use swear words. Fuck you. Тихо, 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 тихо. Все нормально, все нормально. Все в порядке. Все в порядке. Yo, slow down for me, I'm in ninth place, people. Я. Drive, you fuck. Talking to you, bitch. Тихо, тихо, ребят, ну хватит орать, ну пожалуйста. Я понимаю, они меня не слышат даже. А если бы слышали... Yo, get out of the way, Drew Dog! Замолчи! Ну пока это самая веселая гонка, которая была. Вид от первого лица прикрученный, это жестко, конечно. Yo, don't pull the road like that, retard! Try Coco, you little bitch. Да, неплохо, неплохо. Блин, компактные машинки так управляют. Galloway, Coco, pussy! О! Тихо! Ах ты, подлюка-то! Такая! Ну ничего, ничего. Еще не вечер, как говорится. Ну мы ничего с ним утюжили, смотрите. Вообще четко. Так, тихо, как все. Да вообще прям впереди планеты всей. Я вот только так застрял, нехорошо, блин, она сейчас пока разгонится. Черт возьми. Что-то как-то медленно. Может он мне разбил, типа, ее, и я медленно еду. Или мне кажется. Блин, ну. Да бля.
сколько можно. Блин, ну ребята. Приколисты прям вообще. Шутки за 300. Так. Оп. Знаете, кто-нибудь знает, как отключить их? Я что-то так и не допер. О, нормально! Вот, роковая ошибка, парень. Yo, get your ass out of the way, bitch. You know what that thing sounds like? Angry. Да, чуваки. Вот это было круто. Oh shit, there's a Honda passing me. Angry. Тихо. Я, короче, заканчиваю состязание, потому что они орут вообще просто жестко. Все, давайте перейдем к следующему состязанию. Жесть. Друзья, сейчас будет что-то жесткое, короче. Карта просто жесть. 25 тысяч футов над землей название. Ох, капец. И у нас ничего, кроме ножа. Ну, короче, кроме ближнего оружия. Это жесть. Может, от первого лица лучше? А, все против всех, ладно. Оба! Покромсал. Так, сколько? 25 фрагов у нас. Блин, пока друг друга доберешься, уже будет капец. Давай, давай, иди сюда. Оба! А! О! У! Оба! Оба! Покромсал. Блин, опасно, опасно. Чё там такое? Чё за... Опа! Эй, тихо! Тихо! Ах ты ж гадёныш такой, а! Я вот что-то не помню, можно ли как-то уворачиваться или нельзя? Фух, на самом деле нервничаю. Вообще опасно. Один неверный шаг, и ты полетел далеко вниз! Вот это да. И летишь, да, жесть. Долго я так буду лететь? Ну, серьезно. Да блин. Капец. 100 лет летишь, так время выйдет скорее. Ну, само по себе, конечно, состязание. Состязание забавное. Мне нравится. Необычно вообще. Сейчас. А чё все загорелись? У тебя там штуковина какая-то? Опа! Давай! Есть! Давай! Ой, посмотрите на его позу, просто шикарно. А, мне минусуются фраги, если я сам умираю. Вот это поворот. Ну ладно. А мы чё, вдвоем? Ай! Остались. Или нет? Или просто все падают? Так, давайте, подберемся. Он, видимо, АФК, и я сейчас его... Ац! Бок! Все, потрачено. Кто там еще? Пойдемте. Накажем. Такая музыка, блин. Опа! А! Зашибись, блин. Ты чё, испугался, что ли? Ну, what the fuck? Так, нужно быть предельно осторожным. Так, здесь не пройти. Ладно. Так, может быть, флайер взять? О, полетел чувак. Сейчас давайте, как будто мы АФК, короче. Сейчас повернемся к нему. А, он улетел. Он решил, что лучше я улечу вниз. Опа! Так, это фигня. Ай! А! Что это было? Ребята, что это было? Это самый странный раунд из всех, что у меня было.
Да, это было забавно. Надеюсь, и вам, друзья, это понравилось. Как оказалось, находить интересные раунды действительно сложно, поэтому серии будет такого плана выходить нечасто. Буду набирать как можно больше интересных раундов и уже выдавать их целой порцией. Ну, а с вами был Dare to Air. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Всем удачи, всем пока!